Дать привет маме, если хочешь. Мам, привет. Я тебя люблю. Где ты находишься? Я нахожусь на территории Украины, в плену. Скажи свое имя, отчество, звание. Я рядовой Шевчихин Сергей Дмитриевич. Маму как звать? Мать зовут Шевчихина Елена Владимировна. Может, еще кому-то хочешь что-то передать? Хочу передать бабушке, отцу, братьям, что я их люблю. Чем занимался в Украине? Вытаскивали пленных, вытаскивали раненых, помогали им. Стрелял украинский солдат? Ни в кого не стрелял. Ни одного патрона не выпустил. За 30 дней ни одного патрона? Ни одного. 4 патрона только, когда пристрелка была. И то вы заставили. Больше я не стрелял. В разгрузке лежат все мои 10 магазинов, можете проверить. Вы как заходили в Украину?